Первые мои кадры с изображением 4К качества. В общем, это обочина дороги. Лес затоплен водой. Очень высокие грунтовые воды. Много снега было, много дождей. Здесь, конечно, глубина такая. Воды много. Вот я в этом ролике хочу показать, где при советской власти давали участки под дачи. При каждой власти кому-то хорошо, кому-то плохо. При царе одним было хорошо, другим плохо. При советской власти тоже одним хорошо, другим плохо. И сейчас при нынешнем строе кому-то хорошо, кому-то плохо. Так вот, советская власть жадная была для своих людей, для своих граждан. Выдавали земли, непригодные к сельхозобработке, к сельхоздеятельности. Давали на болотах. Она никому не нужна, эта земля была. Давайте осваивайте, растите картошку, морковь, свеклу. Мой отец получил участок в 79 году. Вот на таких болотах в Ярославской области. На 4 сотки он привез 20 кразов земли, поднял на метр. Сейчас эта земля ушла вниз, опустилась. В бороздах, в грядках вода стоит. Вот тут добрые граждане мусор вываливали когда-то. Неохота в город везти, так они вываливают здесь. Вот советская власть была к своим людям вот такая вот. Выдавала земли бросовые, никому не нужные. Богатейте, растите редиску, продавайте на базаре. Вот была дорога здесь. Охотники тут проезжали когда-то на свои охотничьи угодья. Первое мое видео в 4К качестве. У кого 4К телевизоры, вот можно будет посмотреть. Река изображения. При царе деда взяли на 25 лет в армию. При советской власти бабушка без паспорта была. Забрали, точнее,
не выдали паспорт, все, ты раб. Живи в этой деревне, корми государство, армию. Дорога идет через болото, насыпная. Ее строил мой отец. Его организация строила. Работал экскаватор и землю с обоих сторон вынимал, ложил на одно место. Ну, то есть делал дорогу, формировал ее. Дорога идет через болото. И дачные участки тоже на болоте. 20 кразов на 4 сотки, на метр поднял, и все, сейчас утонуло все. Скрипит эта кожаная куртка. Скрипит. Пробная съемка с 4К качеством. Без стабилизации изображения. Тут есть стабилизация изображения, она на более низком качестве, она, по-моему, Full HD называется. Так что вот при каждой власти кому-то плохо, кому-то хорошо. Сейчас безработица, пенсию 65 мужикам сделали. Тоже кому-то хорошо, кому-то плохо. При советах тоже. Без паспортов жили в деревнях. При царе деда на 25 лет забрали. На всю жизнь, на всю молодость служи царю-батюшке. Нет идеальной власти. В общем, ролик про то, на каких землях давали при советской власти участки дачные. На болотах давали. В общем, эта дорога ведет в Андреевское, Ярославский район, Ярославской области. И на 3000 дачных участков. Вот такие здесь места. Пробная съемка в 4К качестве, первая съемка. Будем смотреть. Звуки ворона слышно. Ворон каркает. Вот такой здесь поворот. На 100 градусов или 110 градусов. Сегодня 5 мая.
такая погода. В первой половине шли дожди. Сейчас прояснилось. Всем спасибо за просмотр. Всем большой привет. Подписывайтесь на канал. Тунгус из Ярославля. Сергей Сулоев. До следующих видео.